И всем привет, с вами Тухонин 9, и сегодня мы будем рассматривать такую программку, как создание музыки в домашних условиях. Для начала вы должны скачать программку Audacity. Сейчас будем разбирать. Ну, входите. Кстати, ссылочка на программу будет в описании. Вот его сама панель. Как видно, ее можно передвигать. Ну, у меня она всегда тут стоит. Каждую эту можно перевернуть. Ну, это приостановить, воспроизвести, это остановить, это перейти к каналу дорожки туда-сюда, это запись. Ну, это всякие, извините, изгибающиеся. Тут будет громкость. Тут вы, ну, тут просто чтобы тут громкость и тут громкость на выходе, а это громкость микрофона. Чтобы добавить музыку, вы делаете звуковой файл, если у вас есть, конечно, музыка на компьютере. У меня вот есть одна музычка. Сейчас вам покажу. Тут вот вылезает, импортируется MP3. Потраченное время, это сколько она загружается. Вот, смотрите. Нажимаем сюда. Сейчас только звук потише сделаем. Нажимаем. Видите? Тут громкость. Вы не можете записывать. Это надо сначала. Так. Ну вот. Если вы хотите две музыки, делайте. Блин. Это надо уже остановить. И. Ай, блин. Файл. Импортировать. Звуковой файл. Ну, лучше так же, но она быстрее закачивается, потому что ну, музыка сама быстрая. Тут такие две дорожки. Нажимаем, и она начинает, ну, две музыки сразу начинают. А, нет. А, да. Если вы хотите изменить, извините, я на стоп поставлю и вам перезвоню. И мы продолжаем. Мне звонили тут родители. Так. И вот, если вы хотите, чтобы у вас была одна музыка, просто делайте на соло, и у вас одна музыка. Если вы хотите, чтобы у вас тихо было, убираете соло, у нас получается одна музыка. Это громкость. А это чтобы менять колонки. Так, про воспроизведение я вам показал. Это на что вы будете записывать, как у вас. Если у вас есть микрофон, вы выбираете микрофон. Но у меня как, ну, просто камера. Да заткнись ты. У меня просто камера, я выбираю на Oglik USB Audio. Все, это мы разобрали. Теперь правка. Отменить панорама. Ну, если честно, я вам признаюсь, я не знаю, что это такое. Так, давайте дальше. Лучше не трогать, как мне сказали. Удалить звук из метки. Из метки это когда не ну, чтобы не работало, чтобы. Ну, чтобы на. Вот на этой. Вот на, видите, вот на этой штуке были метки.
Звук с метками, это чтобы когда звук был за немного зацеплялся. Ну, знаете, такие, иногда тихо был. Ну, приблизить это вы знаете. Вот, прочитайте. Микшер. О, микшер. Я тут не все. Опа. А, это звук. И это звук. Я, походу, понял. Вот. Ну, вы поняли. Я опять завис. Вот видите. Так, управление. Ну, пауза и стоп. Это самое такое. Тут нельзя ничего делать. Вот только если так. Видите. Дорожки. Создать. Ну, это вот эти дорожки, видите, вот эти, которые где еще. Вот, которые я выделяю. Вот. Дорожки, я вам сказала. Создание. Волна, импульс, тишина. Тишина это... Это вот, например, так. Извините, мне заглючил компьютер. Я подготавливался, если честно. Подготавливался, но у меня тупой компьютер. Вот почему он так... Видите, тишина. О, блин. А чем я, кстати, это сделал? Я не знаю. Извините за посторонние звуки. Ой, это вот тупой звук. Эффекты. Это тут эффекты, короче, я тут сделаю. Да, опять заглючу. Ой, извините. Меня он опять заглючил. Да, заткнись ты. Ой, звук-то какой. Все, заткнись. Анализ – это контраст, ну вот, о программе. Вводный курс в браузер, захват снимков экрана. Ну, я вам, то, что я сам знаю, я вам рассказал. А, частота проекта GC. Выбирайте лучший стандарт, это 44-100. Ну, и на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.